Десятый Б. Десятый Г. Десятый Г. Чему от никто не отвлекается? Никого, Клавка. Вот тебе и вечер встреч выпускников. Да, чё-то никого нету. Слышь, может, мы не в тот день пришли, не в то время? Не знаю, может быть. Десятый Б. Десятый Б. Стоят и девчонки стоят, сторонки платочки в руках те ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 4 наркомана, 3 алкоголика, 2 разведенных и 1 нормальный. Но он женат. Клава, я, кстати, не дам Егорова видеть. Да ладно тебе. Это моя первая любовь в этой школе. Ты что, у тебя с ним что-то было? Было. Он у меня списывал. Ну, в 50-е годы это был разврат. Я помню, в 4-м классе физрука втюрилась, хлопнула его по попке. Он от неожиданности аж свисток проглотил. Обиделся. Неделю дулся. И вот сколько он дулся, столько из мужского туалета свист раздавался. Мужчина, 10-й Б! Мужчина, 10-й Б! Вот за каждым мужиком, постоянно бегать. Да не твое дело, бегаю все, а что тебе надо? Десятый Б, десятый Б. Десятый Г, десятый Г. Вот как можно в Г учиться, а? В Г можно только вляпаться. Десятый Б. Ты тоже вон в Б училась. Где училась, то из тебя и получилось. Сегодня мужики на уме. Просто завидуешь. Да ладно. Завидуешь. У меня и фигура, и красота. И вообще я секси. Ой, насчет фигуры соглашусь. Секси, я сексия. Здравствуй, анорексия. Ну хоть. Да я на диете. Да знаю я твою диету. Одну румочку для аппетита, вторую румочку для аппетита. Время обедать, мы уж накушались. Глянь, какой идет. Сразу видно, качается. Я тоже мускулы заметила. Да он прям сейчас качается. Ну, может, устал? Устал все, что сюда тянет, как от бочонка, Клав. А мне нравится. Ну, кому и перегар, феромоны. Ну, знаешь что? Кто из нас в запое не бывал? Я не бывала. Зря! Там есть на что посмотреть. Цветочка, закрой бутон, тычинки простудишь. Минуты посреди, какой мужчина-то, а? Вот хоть табличку на грудь вешай. Осторожно, кобель! Лучше не влезай, убьет. Я прям отсюда чувствую, какой он горячий. А я прям отсюда чувствую, что он чуть теплый. Ты видала, как он меня? Глазами раздевает. А что ты удивляешься? Судя по его состоянию, он и остальное глазами будет делать. Ну-ка. How do you do? Овощмен. Буйнос, Камерон Диас. Бонжур. Гутен так? Не так, гутен так. Ништяк. Здорово, братиш. Хорош, что за негатив, что ты нас игноришься? Окей, посмотрим, что ты ответишь цветочку. Цветочек, настало твое время. Глокая куздра гудланула бакра
и батрячит кудренка. Эни бэни лика пука торгу, ярба дэва смука, тыш, тышка, спатыш, лики, лики бак. Нет, Клав, по-моему, он не наш. Ну откуда ты знаешь? Наш бы тебя послал давно. Здравствуйте, красавицы. Это он наш? Давно таких смазливых не видел. Ну, не смазливых, потому что ухаживаем за собой. Нет. Это потому, что я с утра перебрал, у меня в глазах все смазано. Мужик, а вы с какой школы? Из этой. А из какого класса? Класс млекопитающие, отряд спиртосодержащий. Однополчанин! Мужчина, зовут вас как? Максимус Луций Меридий. Можно, Жора? Жора, мое любимое имя! Мужчина, а как ваша фамилия? Вилкопоповицкий. А-а-а. Мужчина, простите, у меня к вам вопрос накопился. Пожалуйста. А кто у вас русскую литературу преподавал? Салия Карапетовна. Я с тех пор литературу обожал. Мужчина, а вы какую литературу больше любите? Ну, в основном мужские журналы. Приятно познакомиться. Мисс Июль. Журнал «Коневодство». Какая рука мозолистая. А это не мозолистая. Как говорится, на все дела от скуки мозолистые руки. Мужчина, а вы стихи любите? Я их обожаю. Почитайте, пожалуйста. Вечер, улыбки, липовый чай, скрипы калитки, милые, встречай. Утром разбудят, ты ж благодать. Жили же люди, елки-палки. Это Костя Лупозадов написал. Он и стихи плел, и с бабами плел. Плетун страшный. Мужчина, я извиняюсь, у меня вопрос накопился. А как вы в школе-то учились? Интеллектом обладаете? Я не знаю. Надо в карман посмотреть. Да я не про то. Я имею в виду, какой у вас уровень... IQ. Ну, ничего, ничего, мазлотник. Да дурак ты, дурак. Да я имею в виду в расширительном бачке. В твоем расширительном бачке пусто. А я, между прочим, защитила докторскую. Да? И кто на нее напал? На кого? Ну, на эту колбасу. Да ты часто, я вообще рыбалку люблю. Ой. Вот вы знаете, что такое мормышка? Я знаю, что такое морж-мышка. Это смесь моржа и мышки. Сейчас, эта мышка закаляется. А вы знаете, что такое удила? Слышь ты. Ты что, разоделся, как пионер, и стоишь тут выпендриваясь? Да я просто с этого города в четвертом классе уехал. Сейчас садился в этот прикид, думаю, может, узнают быстрее. Не узнают, так если спросил бы у кого-нибудь. Я спросил у тополя. Я спросил у ясеня. И у дуба спрашивал. И у елки спрашивал. Да
живу в кустарниках. Где твоя любимая, что ли? Да нет, я в лесу заблудился. Я же еще охотник. Охотник, мужчина, а вам какая больше охота нравится? На лося или на косулю? Ну, слава богу, на косулю. Да он и после рюмки косуля. Ну, там что-то прибавишься. Мужчина, если вы охотник, вы должны любить собак. Очень люблю, очень. Их надо кормить, выгуливать, кидать им палочку. Мужчина, а вы женщин любите? Очень люблю. Их надо кормить, выгуливать, заело, кидать. Что ли? Ну а что ты? По-моему, все сходится. Мужчина, а как у вас с личной жизнью? Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и Пежо не уйдет другому. Если у вас нет Пежи, нету Пежи. Из дома, что ли, выгнали? Да, первая моя выгнала. А за что? Ну, застукали, когда я с другой женщиной был. Да хуже. И что же вы там такое делали? Взвели с кострами тещины вещи, я у костра стою рукоплещу. Мужчина, я извиняюсь, у меня к вам вопрос накопился. А что у вас по пению было? 5 с 3 плюсами. Это как-то... Мне на музыкальном фестивале во время гимна Советского Союза на ногу рояль поставили. И не то, что «А», я букву «Д» 2 минуты тянул. Робертино Ролетти прослезился. Так вы что, и классическую, что ли, музыку я любите? Я ее обожаю. У меня на левой груди профиль скрипача, а на правой профиль виолончелиста. На колот. Выдавлен. Я в оркестровую яму упал. Они играли в Вивальди, а тут бах! Это что ж, значит, и Моцарт любите? Не, я его жену люблю. А кто жена у Моцарта? Это кто? Моцарелла, мировой закусок. Вы знаете, мужчина, а мне нравится Леди Гага. Гага? Ага, ага. Вы знаете, она такие себе костюмы придумает. Вот недавно в мясо оделась и пошла, а? В мясо. Светочка, извини, все люди разные. Кто в мясо одевается, кто в табуреточку. Мужчина, можно у вас на секундочку? У меня к вам вопрос накопился. Пожалуйста. Я хочу вас спросить... У меня случайно затерялось 2 билетика в музее. Вас случайно никогда в музее не тянуло? Тянуло, но мне сказали, без билета в туалет нельзя. Да я не об этом. Я имею в виду, вам никогда не хотелось насладиться живописью абстракционист? Я это Мымре так и сказал. Я живо пищу и уйду. Я не абстракционист. Ой, где же наш ток культуры? Кошмар какой, прокарься. Верно глаголит. Дочь мухомора и очковой змеи. Гладкая ты вся такая вся, мудрая, но я своим принципам не изменяю. Я блондинок люблю. Мужчина, а вы точно из этой школы? Конечно. А когда заканчивали? А я еще не закончил. Второгодник, что ли? Второгодник, слышно, это уже не второгодник, это уже контрактник. Да я просто на вечер встреч приехал. Да видно, опоздал. Упустили момент. Из-за тебя все. Да надо было охмурять по-быстрому. Утром бы не отвертелся. Да ладно, Клав, он бы тебя с утра увидел, заикой бы стал. Кстати, тебя с утра кто-нибудь видел? Седой дворник. Вот, потом он и седой. Девчата. Опа. Я тут сейчас все облазил, никого нет. Давайте я вас в ресторан приглашу. Вечер встреч, что-то. Интересно. Жора,
Мы с вами готовы хоть куда. Нарисуй нам путеводитель по запою. Я все закоулки покажу. За мной, мои маленькие новые друзья. А кто у нас пойдет к доске? А? Смотри, притихли, а все? А к доске у нас пойдет совершенно верно Маменко Игорь. Где у нас Маменко? Только что был здесь. Не прячься, Маменко. Уроки выучил? Ну что ты молчишь? Что ты молчишь, а? На тебя весь класс смотрит. Уроки выучил? Ты же в прошлый раз при всех обещал выучить от А до Я. Как это так, от А до Я? Ну так ты сказал. Выучу от А до Я. Ну, пожалуйста. Ну, давай. Значит, А. Так. Б. В. Г. Д. Е. Ж. Стоп! Ж. Я вот тебе покажу Ж. Лучше не надо. Что ты нам алфавит-то рассказываешь? Мы алфавит в первом классе изучали, а ты уже в восьмом. В шестом. Как в шестом? Ты же в прошлом году был в седьмом. Перевели за пропуск. Вот это правильно сделали. Вот правильно сделали, что перевели. Не будешь уроки пропускать. Да я после уроков пропускал. С батей по 150. Директор узнала и перевела. О, а кто директор? Регина, кто же еще? Регина у тебя директор? Она у всех директор. Да, пожалуй, точно. Вот скажи, пожалуйста, при всем классе у тебя есть какое-нибудь хобби? Почему ты молчишь? Хобби такое, молчать люблю. Ладно, проверим твою готовность к ЕГЭ. А что такое ЕГЭ? Посмотрите на него, он даже не знает, что такое ЕГЭ. Вся страна по уши в ЕГЭ. ЕГЭ – это единый Г. Понятно. Так, не отвлекай меня. Значит, начнем с геометрии. Ты теорему Пифагора знаешь? Да я и Пифагора-то не знаю. Пифагора и я не знаю. А вот теоремам доказать могу. Да не надо, я вам и так верю. Мое терпение лопнуло. Завтра приходи с отцом. Лучше послезавтра и без отца. Ладно, объясни, почему у тебя вот по всем предметам, кроме географии, двойки? По географии меня еще не спрашивали. Значит, сейчас мы тебя спросим по географии. Сколько всего китайцев проживает на Земле? 1 миллиард 300 миллионов 78 человек. А откуда такая точность? 1 миллиард 300 миллионов в Китае и 78 у меня в подъезде. Посчитал ты, значит, да? Посчитал что ты. Да? Я каждый день вижу. С матрасами ходит. Сколько у вас в классе отличников, ты посчитал? Тоже посчитал. Не считая меня, 4. Ты что, издеваешься, а? Ты что, отличник, что ли? Я же говорю, не считая меня. Давай-ка по физике мы поговорим с тобой. Простой вопрос, ну вот вообще элементарный вопрос. Чем молния отличается от электричества? Тут все просто, за молнию платить не надо. Не, с тобой бесполезно, слушай. С тобой бесполезно. Ты вообще хоть какой-нибудь предмет любишь? Пиво люблю. Где твой дневник? Дроботенко взял родителей попугать. Вот класс, а! Вот класс у вас! Какие иностранные слова ты знаешь? Да ты что? Да я тебя за такие слова из школы выгоню! Я при чем? Я вам говорю, что... Физру говорил завучу? Да я и физрука за такие слова вместе с тобой из школы. Я говорю, завуч говорил физруку. Завуч? Да я и завуч.
А что, хорошие слова, нормально, правильно говорил. Вообще не слушай, о чем взрослые разговаривают. До уои сряд инглисх. А, do you speak English? Yes, of course, my teacher, I'm very good speak English. Чего? Да не важно, дальше что у вас? Ломаменко. Так, переходим к истории. Ну что, была история у нас тут. Вот, рассказывай. Витькин батя домой пришел пьяный. Витькин. Так. Витьку же не знаете. Да. Вот, домой пришел пьяный. Все, говорит, выиграли за пьянку с работы. Все. Витька говорит, что, папа, теперь ты будешь меньше пить? Он говорит, нет, Витька, теперь ты будешь меньше жрать. Маменко, ты что, издеваешься над всем классом? А ты вообще кем растешь? А ты понимаешь, что ты клоуном растешь? На тобой вон люди смеются. Да? Смеются люди? Вот, даже похлопать могут тебе. Таким ты клоуном растешь. Это же позор на всю жизнь. Я говорю про предмет история. Ты хоть какого-нибудь исторического персонажа знаешь? Ну ты хоть что-нибудь знаешь, например, про Чапаева? Ну, про Чапаева я много знаю. О, давай расскажи про Чапаева. О, это тут только выбирай. Ну, допустим, Чапаев и Петька приезжают в Англию. Заходят в паб попить пиво. Паб – это клуб, бар. Так. Зашли, и вдруг кто-то толкнул Василия Ивановича, тот встал, и ему так в челюсть бам, тот упал, встал и кидает перчатку на землю. Так. Он как бы вызывает ее на дуэль, так кидает перчатку. Петька подходит, говорит ему на ухо, Василий Иванович, дай ему еще раз дюндель, может, он пиджачок скинет? Ты что, издеваешься, Чапаев? Это же... Ты кто думаешь такой Чапаев вообще, а? Кто? Ну, анекдоты. Какие анекдоты, Маменко? Чапаев, это герой гражданской войны. Он же с белыми воевал. С белыми воевал? Да, он же... А что, негр, что ли? Какой негр? Ну, этот, который говорил, с Новым годом пошел нафиг. Что? Ты кого нафиг послал? Да это он, это не ты я. Красного руководителя нафиг послал? Да это негр. Да я тебе знаю, что сделаю сейчас. Вы родитель послал. Где указ? Я тебе... Появилось великое множество так называемых коронованных особ. Ирина Аллегрова, императрица. Люба Успенская, королева шансона. Алла Борисовна, примадонна всея Руси. Филипп Киркоров недавно скромно объявил, что он царь. Согласились все, кроме Баскова. Басков сказал, что он настоящий царь. У него даже имя подходящее – Николай. Я им предлагаю разделить полномочия. Пусть Киркоров будет у нас царь-пушка, а Басков – царь-колокол. Мне очень приятно, что мой друг тоже получил некое некоронованное звание от публики – король анекдотов. Потому что именно он сделал из обычного рассказа анекдота целое искусство, целый жанр. Безусловно, анекдоты любят все, но далеко не все их правильно понимают. Здесь особняком стоит женское чувство юмора. В анекдот превращается же то, как женщина слушает анекдот. Однажды мы с Серегой наступили на эти грабли. Рассказали анекдот одной женщине. Довольно приличная, кстати, женщина, хотя и журналист. Анекдот следующий. Профессор спрашивает у своей ученицы, задает вопрос на логическое мышление. Один очень известный мореплаватель совершил 3 кругосветных путешествия. Во время одного из них он погиб. Во время которого? Она подумала, покраснела и говорит... Я вообще историю не очень хорошо знаю. А журналистка, которую мы рассказали, говорит, вот дура, тут не историю, тут географию учить надо. Русский язык потому и называется великим и могучим, что некоторые анекдоты в принципе нельзя перевести на другие языки. Мужик приходит на рынок, смотрит, старушка продает ягоды. Бабуля, это что за ягода у вас? Черная смородина, милок. А почему она красная? Потому что зеленая.
Очень интересно, очень своеобразно слушать наши анекдоты иностранцы. У нас с Игорем есть один общий знакомый, немец. Давно живет в России, лет 10. Прекрасно говорит по-русски. Все понимает, как он думает. Ну, менталитет же не пришьешь за уши, да? Мы однажды рассказали ему вот эту историю. В советские времена комиссия принимает многоэтажный дом. Они поднимаются на 4-й этаж, и один из членов комиссии предлагает другому: ты пройди в соседнюю квартиру, я что-нибудь спрошу, и проверим звукоизоляцию, как работает звукоизоляция. Тот ушел, этот кричит: ты меня слышишь? Тот говорит: что ты орешь, я тебя вижу. Так вот и немец, так же, как вы, засмеялся. Я оторопел. Я подхожу, спрашиваю: ты точно все понял? Немец говорит: конечно. Он просто не успел дойти до другой квартиры. Друзья, а сейчас мы вам покажем, как наши люди реагируют на один и тот же анекдот. Анекдот такой. Два наркомана подходят к киоску, где жарятся куры-гриль. Один спрашивает: Сёма, это курица? Второй говорит: Миша, это жуется. Итак, посмотрим, как на этот анекдот реагирует, ну, скажем, среднестатистическая российская блондинка. Игорек, ну-ка изобрази блондинку. Да, до этого момента мне блондинки нравились. Собственно, в этом случае можно уже ничего не рассказывать, потому что реакция что до анекдота, что после одна и та же. А вот скажем, как на этот анекдот реагирует блондин. Главный блондин России Николай Басков. Два наркомана подходят к киоску, где жарится кура-гриль. Подожди. В киоске играет моя песня? Да нет. Дурацкий анекдот. Ну? Ну, один спрашивает: Сёма, это курица? Другой говорит: нет, Миша, это жуется. Все? А, я забыл сказать, конечно, Коля, они оба твои поклонники. Кто? Курицы или наркоманы? Хотя меня все любят. Знаете, друзья, наверное, по тому, как люди реагируют на анекдоты, их можно разделить на три группы. Первая – это люди с мужским чувством юмора, вторая – с женским чувством юмора, и третья группа – это Регина Дубовицкая. Итак, как реагирует Регина Игоревна? Два наркомана подходят к киоску, где жарится кура-гриль. Как мало человеку нужно для счастья. А сейчас, друзья, мы покажем, как реагирует на этот анекдот герой этого анекдота – наркоман. Наркоман изобразит Игорь, как специалист. По образам. Хочу анекдот рассказать. Два наркомана подходят к киоску, где жарятся куры-гриль. Один говорит: наркоманы и кура-гриль. Классный состав. А что, это тоже вставляй? Ну, смотря сколько съесть. Один спрашивает: Сёма, это курица? Второй говорит: нет, Миша, это жуется. Ну, да. Я Сёма. Ты Миша? Нет. Я узнал. Ты кура-гриль. Ну, еще одна зарисовочка. Как на этот анекдот реагирует, ну, скажем, прибалт? Анекдот рассказать? Вы мне? Смешной. Давай. Два наркомана подходят к киоску, где жарится кура-гриль. Один спрашивает: Сёма, это курица? Другой говорит: нет, Миша, это жуется. Хорошо, да? А сколько их было? Наркоманов двое. Киоск один, а наркоманов двое. А куриц сколько? Подожди, две курицы. Ты сказал: Сёма, это курица. Сёма, это курица. Ну? Значит, Миша шел с курицей по имени Сёма. Прошло 2 часа. Давай еще раз сначала, давай, сначала. Я тебе в 15-й раз говорю: две курицы, обе наркоманши.
А что, в России курицы наркоманские? Каждая вторая. Ну? Они подходят? И в киоску. А там они же. Одна говорит, Сома, это я? Подожди. Наркоманы сидят кто на кокаине, кто на героине. А российские курицы на чем сидят? Ну, я так понимаю, на яйцах. Дошло наконец. А я еще думаю, почему у вас на яйцах написано «Счастливая несушка». Дорогой друг, у нас с тобой так много общего. Мы занимаемся одним жанром, фамилия у нас на «ко». У нас очень много связано с Украиной. Я родился в Украине, вырос в Сибири. Ты, наоборот, родился в Сибири, вырос на Украине. И мне бы очень хотелось, чтобы президент Украины Виктор Янукович со временем ликвидировал эту досадную оплошность, и на Украине стало бы на одного народного артиста больше. А теперь, Игорь, о тебе. Сегодня мы отмечаем твой день рождения. Смотри, сколько гостей пришло тебя поздравить. Они все тебя очень любят. И они все... Спасибо. И они все тоже хотели бы выпить за твое здоровье, Игорь. Я ждал. А желание публики – закон. Радуйся, что я не умею пародировать твой голос. Иначе я обязательно повторил бы любимый розыгрыш Максима Галкина. Он бывал на банкетах, любил крикнуть на весь зал. А теперь шампанского за мой счет. Голосом винокура. Тебе 50. И мне кажется, это тот самый возраст, когда впервые начинаешь задумываться, что за эти полвека тебе подарила судьба и как со всем этим жить дальше. Я не имею права тебе советовать. Я тебе могу только пожелать. Это замечательное пожелание, очень мудрое, остроумное и грустное, как и все по-настоящему смешное. Так вот, мой друг, жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить. Живи так, будь счастлив. Храни тебя Господь. Все мы летаем самолетами. Самолет, как маленькая страна, со своими законами. Вот представьте такую ситуацию, которую мы сейчас с Игорем разыграем. Совершенно случайно вместе одним рейсом оказались преуспевающий бизнесмен и, простите, роскошная блондинка. Меня зовут Вадим. Раз, раз. Ну, я бизнесмен. Ира. Приятно. Я, знаете ли, угольком приторговываю, лесок гоняю туда-сюда, а вы? Да как вам сказать, Вадим? Профессия у меня странная. Ну, да? Я офтальмолог-строитель. Вы знаете, я по отдельности понимаю, вместе у меня как-то не сходится. Офтальмолог-строитель – это как? Глазки строю. Я думаю, профессия у вас востребована. Да без работы не сижу. Вадик, а можно я вам задам совсем откровенный вопрос? Ну, пожалуйста, конечно. Вы тоже этим рейсом летите? Да. Вот видите, у нас с вами так много общего. Ага. Вы тоже очень красивый. Взаимно. Очень спортивный. Взаимно. Очень умный. Благодарю вас.
Почему-то все думают, что мечта любой женщины – это удачно выйти замуж. Ну, я тоже так считал. Нет, нет, уверяю вас. Если честно, мечта любой женщины – это жрать и не поправляться. Я даже в церкви иногда молюсь. Господи, если ты не можешь сделать так, чтобы я похудела, сделай так, чтобы мои подруги поправились. А могу я вам задать тоже такой немножко фривольный вопрос? Конечно. Скажите, а почему все симпатичные девушки обязательно носят обтягивающие юбки? Ну, не знаю, наверное, чтобы ноги вместе держать. Шутка. Кстати, Вадик, хочу вам сделать комплимент. Вы очень стильно одеты. Спасибо, спасибо большое. Скажите, а у кого вы одеваетесь? Да как вам сказать? У кого просыпаюсь, у того и одеваюсь. Шутка. Да, я вижу, вы очень остроумная девушка. Ирочка, а хотите... Да. Ой. Вы знаете, лететь нам еще довольно долго, около 2 часов. Я хотел бы, для того, чтобы убить время, предложить вам сыграть в одну игру. Вы какие игры предпочитаете? Ну, а что, по мне не видно? Ну, конечно, интеллектуальные. Ну, знаете, это не то чтобы игра, это я хочу предложить вам сыграть в такой в ребус. Куда? Нет, это загадка. А, давайте. Схема следующая. Я загадываю вам загадку. Если вы не знаете ответ, вы отдаете мне 10 рублей. И потом вы загадываете мне загадку. Если я не знаю ответ, соответственно, я даю вам 1000. Как вам? Ну, курс хороший, давайте. Итак, внимание. Один очень известный путешественник за всю свою жизнь провел 3 кругосветных путешествия. Во время одного из них он погиб. Внимание, вопрос. Во время которого? Господи. Возьмите 10 рублей. А что, такой сложный вопрос? Вадик, ботаника не мой конек. Ну, теперь я вас погоняю. Угу. Скажите, Вадик, кто поднимается в гору на 3 ногах, а спускается на 4? А? Вадим думал несколько часов. Он перебрал все мыслимые и немыслимые варианты. Самолет уже совершил посадку. Ладно. Возьмите 1000. Залезает на 3 и слезает на 4. Ну и кто это? Возьмите 10 рублей. Наверное, нет в мире человека, который хотя бы раз в жизни не ездил в такси. Такси – это большая лотерея. Никогда не знаешь, кто тебя повезет, куда повезет. Мы представили, как это может быть. Маленькая история, маленькая зарисовка, таксист и пассажир. Ну что, едем. Нормально пока. Хотел же на всякий случай номер машины запомнить и опять забыл. Этот сидит, молчит. Наверное, думает, в кои веки повезло с пассажиром. А то б сейчас попалась какая-нибудь дура пьяная, возись тут с ней. Лучше б мне дура пьяная попалась. Тут хоть знаешь, как себя вести. А этот сидит, молчит. Морду наел, щеки по плечам разбросал. Чем-то на Винни-Пуха похож. Вези его, давай. Ну почему? Почему всякий раз в такси у меня возникает одно и то же желание? Ай, как же не хочется платить. А что, если не заплатить? Сейчас мы подъедем, двор у нас темный. Я пулей выскакиваю из машины, до домофона 10 метров, заскакиваю в подъезд, закрываю дверь и все. Ищи-свищи. Интересно, догадывается ли он, о чем я сейчас думаю? Это хорошо. Ну что, рискнуть или опасно? Да в конце концов 500 рублей не лишнее. Ай, была не была. Быстро из двери, пока не заблокировала. Куда? Ну давай, сволочь, открывайся. Давай, сказал, открывайся. Сволочь, открывайся. Сим, открывайся. Давай, давай. Оп.
Поесть. Ну все, теперь не догонит. На тебе, придурок, на! Пока, придурок, пока. Катай дураков, катай лохов. Будь здоров, пока. Да. Ну, разных я повидал на своем веку. Но такого... Я ничего не пойму. Он что, забыл, что рассчитался сразу, когда сел в машину? Сдачу-то возьмешь или как? Ну, как знаешь. Ну, мне кажется, хорош такой. Сейчас модно анекдоты в футболе рассказывать. Классическая анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником. Они подскочили, он звонит в дверь. Не знает, что делать. Тот бегает, бедолага, как мышь по амбару, не знает, куда ему деваться. Жена говорит, сюда иди, чего ты испугался? Сюда иди. Телевизор, видишь, на тумбочке стоит. За телевизор спрячься. А потом, потом разберемся. Тот в трусах и в майке за телевизор и затаился там. Муж пришел, ему ничего не надо, футбол включил. Говорит, куда ты? Болел там минут 15, вдруг тишина гробовая. Минут 10 ничего не слышно абсолютно. Жена думает, что случилось, встревожена. Заходит в комнату, муж на телевизор не смотрит, смотрит в стенку, как памятник сидит. Она говорит, Сеня, что случилось? Тот весь зеленый поворачивается, говорит, Зина, ты не поверишь, что хорошо Шевченко с поля удалили, он через нашу квартиру вышел. Я вспомнил такой анекдот. Представьте себе, в купе поезда едет женщина, такая средних лет, с 20-летней дочерью. Напротив сидит офицер, полковник в форме, погоны, все, по три звезды на каждом погоне. И солдат. Едут они молча, между собой не общаются. Поезд идет, идет. Ну, в общем, хорошее настроение, солнышко, все отлично. Вдруг этот поезд попадает в тоннель, в купе на несколько секунд полная темнота, и в этой темноте раздается звон пощечин. Поезд выезжает из тоннеля, опять светло, опять светит солнце, опять все молчат, и каждый думает о своем. Женщина думает, дочка молодец. Вот молодец она все-таки, кто-то ее из этих военных в темноте ущипнул, а она по морде дала. Правильно сделала? Молодец, не будут лезть. Дочка думает, а маманька мне ничего, а? Смотри, ее в темноте закадрить хотели, она за себя постояла и по морде дала. Полковник думает, блин, не повезло. Солдат кого-то в темноте ущипнул, а мне по морде досталось. А солдат смотрит в окно про себя, думает, будет еще тоннель, я ему еще раз по роже дам. Смешной анекдот. Но я не случайно вам его рассказал. Дело в том, что сейчас я попробую рассказывать этот же самый анекдот совершенно разным людям, которых и будет изображать мой друг Игорь Маменко. Для начала давайте расскажем этот анекдот человеку, который очень торопится. В общем, вы сами поймете, куда. О, Игорек, привет! Ты куда? Иди, иди сюда быстрее. Быстрее иди сюда, я тебе сейчас анекдот расскажу. Ты вообще, у тебя все... Я тебе говорю, сюда иди, ну успеешь. Ну что, да одна минута, ну ты что? Да ладно, подумаешь, вместе сходим, успокойся. Значит, представь себе. Значит, в купе поезда едет женщина средних лет с 20-летней дочерью. Подожди. Я только начал, ты что? А напротив сидит офицер, полковник и солдат. Едут они... Молча! Вы ни о чем не разговаривают. Поезд идет, идет, идет. Вдруг этот поезд попадает в тоннель. В купе полная темнота. И в темноте раздается звон пощечины. Такой, знаешь, поезд выезжает из тоннеля. Опять светит солнце. Опять все молчат. И каждый думает о своем. Дочка думает, маманя, молодец, вот в темноте ее ущипнула, помордила. Дочка думает, мать, молодец, за себя постоял. Полковник думает, солдат, ущипнул мне по морде. А да, солдат думает, будет еще тоннель, я ему еще раз по морде дам. Игорь, ты куда? За памперс. А теперь давайте этот же самый анекдот расскажем изрядно подвыпившему человеку. О, Игорек, привет, здорово, я здесь. Иди сюда, ну-ка, иди сюда, о! Здравствуй. Ты что такой злой? Да потому что прораб сказал, что я пьяный.
Что я пьяный? Да какой ты пьяный? Ты что, я тебя пьяного не знаю? Ты трезвый. Ну, слушай, тупой поезд едет женщина такая, средних лет такая, с 20-летней дочерью. Это еще не все. Напротив сидит офицер, полковник, а рядом солдат. Да ты дальше слушай. Значит, длинный анекдот. Едут они вообще молча, понимаешь, между собой не общаются, ну, незнакомые люди, понимаешь. И поезд идет, 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 идет. Вдруг этот поезд въезжает в тоннель, купе полное. Темнота. Эй, алло, Игорь, ты че? Здравствуйте, вы ко мне? Пожалуйста. Прошу. Ко мне, я тебе уже полца анекдота рассказывал. Здравствуйте, не видели. На чем я остановился? Это... Троллейбус. Правильно, только не троллейбус, а поезд. Вот. И что, звон пощечины, поезд выезжает из тоннеля, опять солнце светит, опять все молчат, и каждый думает о своем. Женщина думает, дочка, молодец, у меня в темноте кто-то. Она поморзла, дочка, маманька, молодец. Солдат думает, полковник, вернее, думает, солдат кого-то ущипнул, мне по морде досталось. А солдат думает, будет еще тоннель, я ему еще раз по морде дам. Понял? Нет. Ну как, ну солдат, он солдат думает, это солдат, ему по морде дам в темноте, и тут думает, будет еще тоннель, я ему еще раз по морде дам. Понял, да? Да. Ну и что ты понял? Что прораб был по морде дам. Самый анекдот расскажем, знаете кому? Очень смешливому человеку, это кому я бы сказал, приколисту. О, Игорек, здорово! Привет, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну ты послушай, я анекдот расскажу. Ты юморист, я же анекдоты люблю. Ну да, будь. Значит, представь, в купе поезда едет женщина средняя. Он без щелка, еще прикольнее. Ты на себя посмотри, ты понял?